Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем с вами играть в игру Tower Conquest. Так, что мы можем сделать с Крисением? Да если честно говоря, вообще ничего, и не будем делать. Так, а здесь у нас Летун. Давайте сделаем его. И, наверное, сделаем Кешу. Не знаю, не хотелось бы мне его брать, но я и не буду, в принципе. Так, зайдем в маркет. Так, бесплатно заберем собаку. Можно было бы еще, конечно, забрать. А давайте, знаете что, возьмем слайдера. Вот этого, за 3 манны. Так, следующая карточка 6. Полностью возьмем его. И откроем. Отлично. 2 кристаллика получили. Так, ну что у нас с армией? Давайте глянем. Открываем слайдера. Замечательно. Так, прокачка полностью. Великолепно просто. Ну, в армию я его брать пока не буду. Ну что, давайте, наверное, приступим к бою. 4.16 у нас, и мы продолжаем. Погнали. Здесь особых врагов не будет. Что-то ты быстро крестьянин вышел. Тебе не кажется так, братишка? Полежи-ка маленько. Великолепно, рыцарь пошел. Давай, пила, еще. Так, он вызывает этих паладинов. Это серьезные враги для нас, если честно сказать. Поэтому играем без расслабления. Лучник. Фаербол. Получите, гады. Угу. Пока вроде бы неплохо. Давайте зомби вызовем. И еще раз мечника. Ну что я могу сказать. Здесь, в принципе, ничего такого особого у нас не будет сложного. Потому что это первый уровень. И я могу сказать с полной уверенностью, что победа уже за нами. Давайте, давайте, ребята, не расслабляемся. Фаербол. Замечательно. Так, ураган, снежинка. Все, что надо. И мы побеждаем. Без каких-либо вообще трудностей. Так, здесь у нас добавляется пикинер. Думаю, тоже ничего сложного не будет. Сейчас по-быстренькому это все пройдем. Дойдем до реварда. Заберем сундучок. И перейдем с вами по-быстренькому на другую локацию. Опять он начал с паладинов, которые, как вы знаете, меня очень сильно напрягают. Смотри, что творит, а? Быстро что-то он разбирает мои войска. Надеюсь, это временное такое. Нате. Все, они отдыхают. Мои понемножечку продвигаются. Я бы, честно говоря, хотел бы заменить великана на какого-либо другого босса. Вот пока только не знаю на кого. У меня из них доступен, если не ошибаюсь, только бишоп. А стоит ли он этого? Неизвестно. Ну что? Вроде бы как разносим пока все в пух и прах. Фаербол. Пикнер, иди отдохни лучше, а? Не нервируй меня. Зомбарь на выход. Давайте-ка, мечник. Тихо, тихо, успокойтесь, девочки. Просто отдыхайте и наслаждайтесь музыкой. Давайте, лучники, по полной программе. Ну что, ребята, вот и еще одна победа у нас в кармане. 3-й уровень. Опа-на. А здесь уже, ребята, добавляется грифон. 122 на 200 с лишним. Ну, я так понимаю, это летающий юнит. Поэтому надо его будет или лучниками, или еще кем-то. Ну, на данный момент у меня только лучники и фаербол есть, который может помешать ему. Ладно, здесь все легко пока. Да что ж ты будешь, опять эти паладины. Раздражает меня. Крестьянин, иди сюда. Опа. Опа, отдыхай, братиша.
Давайте, 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 ребятушки, не расслабляемся. Мечник, тебе бы скорости добавить. Фаербол. Зергут, как говорится. Иди ко мне, родной, сюда. Иди ко мне. Так, мне О, вот и этот вышел. Честно говоря, не успел даже понять, что он делает. Но то, что он летает, это факт. Давайте, лучники. Огонь. Да что ж ты будешь-то? Паладина через каждые 3 секунды вызывает, а? А как вы видите, он мощный паренек. Бьет какой-то магией, молнией или чем-то таким. Так, а вот и летун. Вы смотрите, что он делает, а? Он со всей скоростью врывается в толпу моих юнитов и там же еще и воспламеняется. Я бы тогда бы назвал этого не... этого, как его? Не Грифон, а Феникс. Правда, Феникс возрождается. Так, какого лешего у крестьянина была защитная аура? Бишопа вроде не было здесь. Ладно. Но у меня, правда, есть предположение, что ауру может делать этот паладин. Хотя я вроде за ним такого не наблюдал. Нате фаерболом все. Замечательно. Так, сердечко. А теперь пошли против своих же. Молодец. Будешь на меня так всегда работать. Да что ж так быстро кончилось-то оно? Ну, лучник без защиты, это плохо. Взорвись. Да куда ты пошел-то? Ё-моё, а? Нет, ребят, вы посмотрите, он меня стесняет. Все ближе и ближе к моей же базе. Еще грифон вылетел. Ё-моё, взорвись! Зомбарь, ну! Где ж ты взрываешься-то, а? Где-то в непонятном месте. Там, где абсолютно мне не нужно. Пошел опять зомбарь. Что-то тут все напряженно как-то довольно, а? Ну, убейте вы этого грифона, отлично. Отлично, зомбарь все-таки взорвался там, где надо. Лукари, лукари на стреме. Так, крестьянин, отдохни-ка маленечко. Давай взорвайся, отлично. Зомбарь взорвался где-то. Так, карточка, давай сюда, иди ко мне. Так, ну что, великан, вся надежда только на тебя. Устрой там он карнавальную ночь. Грифон здесь мне абсолютно не нужен. Нафига ты его вызвал, а? С аурой причем. На-ка. Давай, великан, устроим там. Ну что, я надеюсь, мы затащили эту каточку. Никаких приключений, надеюсь, не будем. Единственное, что, ребята, мы прошли без бонуса. Мы уничтожили замок, но не за отведенное нам время. Но мы получили зато 12 уровень и 11 кристаллов, 18 тысяч и энергия. И можем проапаться. Это самое любимое мое занятие — апать своих юнитов. Давайте их всех по разочку щелкнем. Так, пила. И замок свой. Замечательно. Что тут у нас? Армия. Так, мы можем эволюционировать крестьянина. И чем же он у нас будет? Ага, крестьянин с топором. Но он все равно по-прежнему слабенький, поэтому ставить я его не буду. Так, здесь пока пусто, здесь пусто. И тут все ничего. Ладно, давайте заберем кристаллы. 4 штучки, неплохо, я считаю. И... так, давайте в бой пойдем, ребят. Не будем откладывать в долгий ящик. Давайте пройдем этот, а потом вернемся туда, где не прошли с бонусами. Все по стандарту. Магия. Так, давай, выходи, выходи, выходи. Пошел, родной. Так, расстояние более-менее длинное. И есть время у нас тут, как говорится, отстроиться. Пикинер, ё-моё. Так, ну-ка, крестьянин. А смотрите, крестьянин-то у него уже тоже прапанный. Мне это не нравится. Как же они быстро разбирают моих солдат, а, ребят? Ну-ка, фаерболом. Замечательно. Карточка должна быть моей. Далеко, как говорится, не улетай. Ну, иди сюда, крестьянин. Да хоть бы крестьянина бы убить, а? Так, взрывник, взрывник, давай. Замечательно. Какой же все-таки крепкий этот солдатик у них, а? С мечом и с копьем. Точнее, с щитом и с копьем. И он очень быстро его вызывает. Так, заморозка летит. Не успел, не успел. Ладно. Ну-ка, фаербола вкусите. Так-то оно будет лучше.
Смотрите, а крестьянин прапанный чувствует себя просто на коне и бежит в первых рядах. А лучники, я смотрю, просто бесполезны против этого паладина. Урон минимальный наносится. Зато копейщица сразу ряды мои чикает. Так, вот это мне нужно. Давайте летите отсюда. Опа! Немножко расчистили себе путь. Да как же, он, неужели он такой дешевый по мане, что он его моментально вызывает обратно, а? Тогда я хочу себе этого паладина. Давай, великан. Ну ты, как всегда, выходишь уже под самый финал. Никчемная ты дубинушка. Ладно, зато прошли чисто. И у нас последний уровень. Так, что здесь у них? Бишоп, грифон. Ого, ребята, тут у него собралась довольно сильная армия. Один только бишоп может мне проблем создать, а тут еще и грифон. Сами видели, что он делает. Нам остается лишь только как-то держаться. За время мы явно, наверное, не успеем тут забить. Но будем стараться, будем пытаться. Будем учиться на своих ошибках, если таковы будут. И менять как-то тактику или стратегию. В общем, посмотрим с вами, что нам придется сделать. Одно знаю, что мне нужен какой-то юнит, который может противостоять этим паладинам. На данный момент я вижу только взрывателя. Но, как вы видите, он иногда может просто не дойти или перейти и вражеских солдат. Вот сейчас, например, он, наверное, даже не дойдет. Так оно и произошло. О, все! Ребята, вышел бишоп. Сейчас тут будет мне кранты. У меня даже не успевается армия наплодиться, как он ее просто уничтожает. И еще всех под аурус поставил. Ёлки-палки. Какая печаль, иди сюда. Так. Я даже не знаю, что поставить-то, а? Противовес ему. Мечник. А что мечник? Он с трех ударов его ложит. Лучник бесполезен здесь. Ой-ой-ой, как плохо все, как печалька. Где же моя удача, где фортуна моя, а? Да, я даже не успеваю, ребята, восстановить всю ману, чтобы хотя бы вызвать своего великана. И я думаю, да куда ж ты фаербол-то в крестьянина потратился, елки ты палки, а? Нет, тут, ребята, без шансов. Черт подери, как же я расстроен, а? Это, если не ошибаюсь, моя вторая или третья поражение. Да, поражение. Вот о чем я, в принципе, раньше вам и говорил. Что поначалу все будет довольно легко. Давайте заберем кристаллы. А дальше все будет очень плохо. Давайте заменим. Я не знаю, кого заменить. Ну, я хочу, наверное, поменять зомби. Может быть, на летуна. Что скажете, ребят? Если я его уберу, а поставлю вот этого вот летунчика. Не знаю, как он себя будет чувствовать в моем бою. С моими юнитами этими. Но мы узнаем только в одном случае, если проверим. Так. Пилу я менять пока не буду. Ладно, наверное, мы прапаем, давайте его. Как же без прапывания. Так, по атаке он получается довольно слабый. Довольно слабый. Не знаю, затащит здесь, не затащит. Рискуем, одним словом. У нас три маны, точнее, три раза мы еще сможем с вами сыграть. Я единственное только полагаюсь на него в данный момент. Хотя бы против грифонов, чтобы он сработал. Слушайте, подождите, против грифонов я ничего не попутал? Мне кажется, сейчас была моя самая грубейшая ошибка. Знаете, в чем она заключается? В том, что я выставил вот этого летуна в надежде на то, что он будет убивать грифонов. Но, насколько я помню, что он подбивает только наземные цели. По-моему, я лоханулся. Ладно, не будем опережать время, а просто все сейчас посмотрим с вами. Сами, воочию. На данный момент вроде бы пока идем неплохо. Если это можно так назвать, неплохо. Давай, летун, не подведи. Ох ты, а как же он так быстро вызвал бишопа-то уже? Не, ну я так не играю, ребят. Это нечестно. Я даже развиться не успел, а он уже бишопа вызвал, а? Ну как так? Ну посмотри, что творится, а? Да сдохнет уже. На! Блин, бишоп всех в ауру в защитную поставил. Это означает, что у них двойная жизнь.
Не-не-не-не, это непробиваемые какие-то юниты стали теперь. Они и так-то были жирными. А сейчас вообще бессмертными, можно и так назвать. Давай, летун, лети. Зря я его поставил, если честно. Блин, во-первых, что мне еще не нравится? Видите, он просто пролетает. Он расстреливает точки и улетает. А тут он даже вообще не успел ничего сделать, его убили. Ладно. Мне знаете, что обидно? Только за одно. То, что я потратил энергию на это все. И у нас, по-моему, осталась одна штучка. Ладно, ребят, если мы здесь проиграем, я уж так и быть, потрачу кристаллы, чтобы пройти этот этап. Потому что это нелепо пройти два уровня и встать на мертвой точке. Летите отсюда, а? Вот так вот. Как говорится, немножечко подальше от своей базы их отогнать. Иди, поладим сюда. Сдохни, как говорится. Так, крестьянин. Лежать. Грифон вылетел. Да хоть бы Биша бы подбить. Уже было бы попроще, но мне этого не видать. Фаербол в откате. Не, ребят, этот летун вообще никчемный. Сейчас только что его просто два лукаря разделали в пух и прах. Нет, нет, замок, держись. Я не хочу, чтобы мы погибли. Дерьмо, а. Нет. Все, я вообще расстроенный какой-то стал. Мой моральный дух упал. Что ты с ракетами стоишь? Давайте, знаете что, поставим Биша по себе. Как вы думаете, будет правильным решением это или нет? А я скажу вам одно, что не проверив в бою, ничего нельзя сказать. Ага, нам надо его еще проапать, он у нас не проапанный был. Замечательно. Ну что же, риск благородное дело. Погнали. Ну, если честно говоря, я не знаю, как я успею его вызвать. Я великана-то не успевал. А Бишоп стоит ровным счетом столько же маны. Поэтому толку, то, что я его заменил. Надо как-то к этому стремиться, ребята. Давайте вот так сделаем. Вот. И, наверное, надо будет уже копить. Да какое тут копить? Вы посмотрите, что творится, а? Так, давай, родной. Выходи. Давай. Погнали, Биш. Вся надежда на тебя, Биш. Грифон поганый, а? Разлетался здесь. Так, лучник, давай. Подбивай его. И он уже вызвал Бишопа. Ну, понятно теперь, как он это делал. В принципе, как и я. Поднакопил побольше маны и начал действовать. Но теперь мои юниты в ауре. Это самое то, что надо. Теперь даже немножко как-то мне весело стало посмотреть, как это все будет. Ну что, Бишоп? А, нет, это не у тебя было мало жизни, это было у Юника. Я думал, что уже разобрали его. Да как бы не так. Ну, смотрите, по крайней мере, мы уже хоть что-то можем. Хоть как-то продвигаться, хоть как-то держаться. Разве это не прелесть? Я считаю, что это очень великолепно. И мы, наверное, сейчас уже разберем замок. Красава, красава, лучники. Ну вот, что и требовалось доказать. Все-таки Бишоп делает свое дело. Так, давайте посмотрим сундучок. Что здесь у нас? Ага, 8-7 карт. Здорово. А здесь мы получаем 10 зомби и 10 замка. Ну что, давайте попробуем допройти этот уровень. На чистоган, как говорится. Давай, давай, манна, быстрее, быстрее. Был бы какой-нибудь ускоритель, бы вообще было бы замечательно. Да куда ж ты так, родной, разогнался? Иди сюда на пилу, оп. Замечательно. Ну вот они, пошли. Пошли, паладинчики. Я не знаю, честно говоря, паладины это или нет, но щит, копье выглядят как истинные паладины. Хотя мой вот этот мечник, крестоносец, тоже похож на паладина, его можно было бы так же назвать.
Но у них все-таки как-то со святой аурой больше схож. Так, подождите. Что, они опять меня притесняют? Грифон, иди отсюда, а? Не до тебя сейчас, на самом деле. Дай мне пройти нормальный уровень. Да крестьянин тут еще этот торжествует один. Так, давайте фаерболом. На, отдохни. Еще одна карточка крестьянина. А вот эта магия что сделала, я так и не понял. О, наконец мои лучники справились с грифоном. Это просто прелесть. Так, ну что, летуна, да неохота, в принципе, мне его. Давай, бишоп, 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 давай, выходи. Выходи, мой родной, красава ты моя. Вся надежда только на тебя, потому что они уже подобрались к моему замку. Грифон этот поганый там шмалит, блин. Так, продвигаемся помаленьку, помаленечку. Так, ну, и... Паладин, только не убей бишопа, я только об этом тебя прошу. И все будет хорошо тогда. Давай, отдохни. Отдохни, говорю, маленько. Смотри, какой настырный паладин, а. Не хочет сдаваться. Ой-ой-ой-ой, а как это вы моего бишопа-то уже... Ну нет, только не это, а. Только не это, заморозка. А, какая заморозка-то? Отдаление. Нет, я вас должен, ребята, потеснить. Нечего тут делать возле моих врат. Так. Летун, давай, пошел. Как же вы ничтожно мало у него отнимаете, дальники, а? Вообще никуда не годитесь. А на кого их можно поменять? Надо будет, кстати, посмотреть. Есть у меня одна идейка, но вы скажете, ну как же так? Рэй, ты же и их... Ты говорил, что неплохие, а тут же их сам берешь. Ну, я говорил плохие, потому что я видел их только со стороны врага. На своей стороне я еще не видел. А попробовать можно будет? Так, ну что, по времени я опять не уложился. Бонуса у меня не будет. Ну, а замок мы уничтожаем. Это однозначно. Ладно, наверное, будем переигрывать. Главное, что с победой нас. Можно было бы, конечно, нырнуть в портал и не париться, как говорится. Но так хочется пройти, а. Ой, ребята, у нас кончилась энергия. Ну, давайте я посмотрю видео. Да, посмотрел. Не дают мне энергию за видео. Вот засранцы, а. Что ты будешь делать с ними? Ладно. Хорошо, так уж и быть, ребята. Я, наверное, все-таки потрачу, наверное, свои кристаллы. Только все ради вас, ребята. Чтобы этот видео было хоть немножко продуктивным. А то как-то нелепо на одном уровне застрять, снимать и не показать, что будет дальше. Да. Хорошо, хоть кристаллы здесь копятся не так слабо, как во многих играх. Ёлки-палки, я же хотел заменить. Тьфу ты, совсем забыл. Ну ладно, давайте попробуем. Может быть, все-таки успеем. Я хотел заменить лучников на кого-то. Потому что здесь они, как вы видите, бесполезны. Хотя здесь грифоны летают. И против них они более-менее еще как-то могут противостоять. Ну, это только лишь против них. А против паладинов, вы сами видите, никчемные они. На каждого юнита должен быть еще более сильный юнит. Давай, пила, пили их там всех. Что-то опять они меня стесняют. Притеснили к моей базенке. Все ближе и ближе. Оу, видели, что сделал грифон? Воспламенился и ударился об землю. И, соответственно, уничтожил моих юнитов. Давай, давай, бишоп, давай, выходи. Да куда же я нажал-то, елки-палки, а? Хотел вызвать, нажал на увеличение маны. Вот это был просак. Ладно. Держись, родной, я тебе вызываю подкрепление. Но, по-моему, слишком поздно я тебя... Точнее, слишком рано тебя вызвал, и слишком поздно вышло мое подкрепление.
фаерболом вам с вас давай так хотя бы. Хотя бы так, как-то надо продержаться. Ну, по времени, естественно, я уже не успеваю сделать. Но тут это уже не важно. Тут главное выстоять хоть как-то. Хоть как-нибудь. Да. Лучники даже против крестьянина ничего не могут сделать, когда те подходят к ним вплотную. Все, тут еще один паладин вышел. Еще куча крестьянин набежала. И в результате мой замок пал. Чертовски обидно. Потратил кристаллы и проиграл. What the fuck, как говорится. Я не знаю, что сделать. Давайте, что-то у меня армия и... зомби. Ну, эволюционируй, черт с тобой. Хотя ты мне не нужен. Принципиально просто-напросто не нужен. Так, давайте заменим. Убрал я этого летуна. Хотелось бы, конечно, зомби посадить. А может быть, тигра влепить? Тигр дорогой. Но, наверное, он будет того стоить. Или поставить вот этого лучника. Ой, стрелка. Нет, без мечника мне здесь делать нечего. Это единственная боевая сила, которая может хоть как-то кого-то сдерживать. Кеша, Кеша, как ты мне не даешь покоя, а? Давайте попробуем, а? Только единственное, что надо будет его проапать. Ой, какой ты слабенький у меня, а? Кешенька. Назвал же его тоже Кешенька. Ладно, ну вы сами видели, он такое лицо, как прям у того Кеши в мультике. Ну что ж, давайте посмотрим, как он у нас будет строчить с этих пулеметов, которые у него в руке. Хотя это, честно говоря, какие-то не пулеметы, а даже непонятно, что ампулы, что ли. Ладно, давайте глядеть. Мой мечник вышел. Давайте Кешеньку. Кеша, ты что делаешь-то? Я не пойму. Куда ты стрелял? Ох ты, ребята, а вы смотрите, что Кеша-то делает, оказывается. Он хилит. Он хилит моих юнитов. А я не знал, что он этого делал. Ну-ка, давайте-ка еще одного Кешеньку. Фаербол. И причем довольно неплохо хилит. Хо-хоу, ребят, да я, кажись... да я, кажись, на коне буду сейчас. Блин, Кеша, если б я знал, что ты хильщик, я б тебя давным-давно бы уже поставил. Вот это фарт. Просто ни одного юнита не потеряли, а базу им разносим капитально. У меня даже есть время немножко отстроиться, как вы видите. Так, фаербольчик туда им. Как подсадную утку. Замечательно. Ну, я, честно говоря, не ожидал такого эффекта, что Кеша наш это хил. Я думал, это какой-то пулеметчик. Ёлки-палки, вы смотрите, что мы творим тут, а? И никакого бишопа здесь не надо. А если я еще и бишопа призову сюда, то это все. Слушай, ребят, я, наверное, вот именно такой сбор пока и оставлю. Очень меня порадовал Кешенька. А что такое? Почему еще не хватает? Я где-то еще, по ходу дела, пропустил, да? Ага, вот здесь. Давайте-ка это дело исправим. Черт, я не посмотрел, сколько у нас там осталось энергии. Но, думаю, еще на пару боев хватит. Так, ну что, делаем по старой схеме. Вызываем мечника. Вызываю Кешеньку. А нет, Кешу я пока не вызову. А, нет, вызову. Че я туплю-то? Все, смотрю на нижнюю. Нижняя — это цена, а верхняя — это максимум маны. Ясно. Так, а здесь у нас Фрэнки, да? Ясно. Давайте фаербол. Забираем все здесь. Я думаю, Франкенштейн, тебе со мной не впору тут тягаться. А смотрите, что как получилось. У него же тоже там этот подхил стоит сзади. Но мой хильщик намного сильнее, чем его. Что у них там андед какой-то стоит? А у меня-то, ё-моё, кибернетик новейшего поколения. Опа-на! Вот это нежданчик, ребята. Нежданчик просто какой-то.
Все, отдохни-ка, братишка. Давайте еще одного вызовем. Так, что это у нас? Ураганчик, ну-ка полетел. Опа. Ну как тебя, Фрэнки? Не ожидал, да, да, вижу сразу по глазенкам, не ожидал. Умрите. Ну что, ребята, мы прошли. Прошли чисто и смело можем лететь в портал. С чистой совестью. Получаем 10 собак. И летим. И что у нас здесь? Вау, вот это Лока. Космические пришельцы. Ну что ж, два каких-то сморчка. Ну, думаю, особых проблем с ними не должно быть. Давайте попробуем. Армия у меня к тому же более-менее сильна. База у них, конечно, очень странная. Напоминает мне эту черную планету. Или планета смерть, или как она там. Ну, в общем, вы поняли, со Звездных войн. Так, давай, мой отхил, иди, родной. Иди, хиль, паладина. Так, молодец, молодец. А это что, что он там пролетел-то? Нуб, нуб какой-то там летает. А этот у нас четырехлапый-то просто, походу, молоточком своим бьет, да? Ну, я думаю, он отбил свое. Так, что он, а что он сделал? Я не врубился. Пучеглазый этот на космическом, на летающей тарелке что-то пролетел, попшикал и улетел. Беспонтовый он, короче, какой-то. А этот четырехрукий, смотрите-ка, бронявый малый. Опа-на, вы смотрите, что этот... Вы смотрите, что этот пучеглазый, извините меня, дерьмо сделало. Оно выхватило моего юнита, взяло на космический корабль к себе и полетело дальше. Но это их не спасло, мы все равно выиграли. А если таких десяток будет, он будет просто тырить моих юнитов. Так, здесь какой-то октопус 12 уровня. Рожа мне его не нравится. Сейчас я ему ее немножко подрихтую. Так, 2.22 у нас времени. Пошел. Давай сразу следом, следом, давай быстрее. Ну что так долго-то? Опа, вы видели, что делает, а? Все, в следующий раз я буду первым вызывать пильщика. Мне его, по крайней мере, не так жалко. И стоит он немножко дешевле. Так, давай хиль. Хиль моего родного. Фаербол на взводе. Это Зергут. И мы подобрались к его замку никчемному, который будем потихоньку сейчас разбирать. Все, думаю, шансов здесь выжить у него нету. И это меня несказанно радует. Просто несказанно. Что ты там делаешь, медуза? Отдохни. Этот гад, а, воришка мелкий. Полетел довольно. Стырил у меня мечника и улетел во свояси. За такое деяние они поплатятся своей смертью и разрушением своего замка. Это я вам обещаю, ребята. Все, все, все я сказал. Вот это другой разговор. Ну что, ребятушки мои хорошенькие, мы прошли с вами уровень. Так, что у нас здесь? Ага, энергии нету, делаем перекур. А мы с вами увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока, ребята. Can't stop now.